Привет, Ютуб! Сегодня получил посылку. Доставили прям к бассейну. Сейчас вскрою, посмотрю, что внутри. Так, возле бассейна у меня нету ни ножа, ни ножниц, поэтому попробую вскрыть руками. Какой тут скотч заклеен. Ну, думаю, справлюсь. Да. Так, внутри какая-то картонная коробка. Да, коробочка. Белого цвета. Ага, да, догадываюсь, что это такое. Это коробка с удлинителем на три розетки от Xiaomi. Замечательно. Давайте посмотрим, что внутри. Так, вот с этой стороны коробочка вскрывается. Да, можно открыть. А нет, здесь она как раз заклеена. Так, здесь пломба имеется. Пломба отклеилась. Внутри, в мягком целлофановом пакете, вот такой вот удлинитель. Вместе с удлинителем инструкция на китайском языке. Не очень понятная русскому человеку. Вот такой сам удлинитель. Три USB-порта вот здесь. И три розетки универсальные под любые штекера. И переключатель вкл-выкл. Вот, сегодня испытаю данный удлинитель. Дома буду заряжать от него сотовый телефон, другие устройства. Вот имеется на нижней части резиновой подставочки, чтобы не скользить. И вилочка вот такая австралийская. Всем спасибо за внимание. Вот такой получился небольшой обзор, вскрытие, точнее, посылки. Если вам понравилось видео и вы хотите смотреть другие вскрытия посылок, которые я заказывал на 11.11 на распродаже на Алиэкспрессе, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк внизу под этим видео. Пока!